У тебя нет питомцев и робуксов? Тогда советую зайти в мой ТГ-канал. Там каждый день проходят конкурсы на пэтов и на робуксы. Ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии. Ну а также в каждом видео я разыгрываю флайеры и черепаху. Условия конкурса вы видите на экране и также победителя из прошлого конкурса. Всем желаю удачи! Всем приветик, ребят! С вами я, Диана. И в этом видео мы с вами поговорим про третью неделю нашего Хэллоуин-обновления. Я вам покажу секретных питомцев. Перед началом этого видео подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, пропускать мои новые интересные видосики. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в разных валютах. Приди на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Итак, ребята, у нас на этой неделе выходят 3 новых питомца, а также новый транспорт и коляски. Они очень классные и интересные, и в этом видосике я вам все это покажу. Также у нас до конца нашего обновления осталось 17 дней. Я надеюсь, вы успели получить себе всех питомцев, которые у нас выходили. Это у нас получается вроде как уже 9, либо 8 питомцев новых вышло. Давайте сейчас мы это все с вами посмотрим и расскажу, как их можно получить. Получается, смотрите, у нас питомцев 4, потом, смотрите, 5, 6. У нас, получается, вышло уже 6 питомцев, и на этой неделе еще добавится 3 новых пэта. Они, получаются, у нас будут вот тут. Вот осталось 3 дня до обновления. Также вот тут появится новый транспорт. Вот тут, скорее всего, новая колясочка будет. Но вот тут у нас будет, как вы видите, это, получается, боксик и 3 новых питомца из бокса. Сейчас я вам покажу, что это за питомцы, но они реально очень классные и прикольные. Но мы все ожидали, что из боксов будут падать разные пауки, но, к сожалению, ребята, пауков у нас, скорее всего, не будет. Но разработчики там выложили интересный тикток. Мы с вами тоже его посмотрим. Идемте смотреть видео от разработчиков. Так, я уже нахожусь в YouTube-канале наших разработчиков, и мы сразу с вами видим, что тут у нас выложили они еженедельные новости на третью неделю. Сейчас мы его с вами посмотрим. Давайте сначала, как я сказала, покажу, где у нас есть намек на паука, но вот, ребят, смотрите, вот такое вот видео выложили разработчики, и наших новых питомцев затягивает какая-то рука. Но видите, тут получается вот эта коляска, которая у нас сейчас продается за 20 тыковок. Возможно, это намек реально на паука, потому что это паук приделаны, получается, к этой паутине. И также их затаскивает вот это щупальце. Но, возможно, ребята, реально разработчики нам в этом обновлении добавят паука. Но пока что они нам этого не показали. Также вот такое вот видео они выложили. Как мы видим, это новенький питомчик. У нас был намек, получается. Стоял у нас Эйвел цыпленочек. И, получается, у нас в этом обновлении будут 3 новых цыпленка. Это, получается, один зомби-цыпленок. И сейчас я вам покажу двух остальных. Как мы видим, на заставке у нас вот находится Эйвел цыпленок. Он, скорее всего, легендар. Скорее всего, тут они не покажут, что будет. Но давайте мы быстренько прямо там. И да, ребят, тут они просто рассказывают про неделю обновления. Это нам не нужно. Сейчас я вам покажу. Так, ребят, смотрите. Во-первых, у нас добавится вот такой вот боксик. Он, получается, оттуда, получается, будут падать наши цыплята. Первый питомчик — это вот такой вот цыпленок, который там показан был на видео. Зомби-цыпленок. Просто посмотрите, какой он миленький. И шанс на него будет, получается, из бокса 70%. То есть, либо это комонка, либо редкий питомец. Следующий питомчик тоже вот такой, на него шанс уже будет 25%, просто посмотрите, это призрак цыпленок. Цыпленок с шансом 5%, это вот такой вот злой цыпленок, просто посмотрите, какой он красивый. Ну а также, я вам еще не договорил, у нас будет 4 новых пэта на этой неделе, вот такой вот питомчик за 19 тысяч конфет, поэтому, ребят, копите конфеты, также цена боксов пока что неизвестна. В общем, ребята, вот такое обновление у нас уже выйдет через 3 дня. Так что, ребят, готовьте и копите ваши конфеты, чтобы можно было купить много боксов и, получается, выбить себе легендарного цыпленка. Цыплята реально классные, поэтому я тоже буду все это копить. У меня 114 тысяч конфет, но, скорее всего, это хватит где-то на 5 боксов. Примерная цена — это от 15 до 20 тысяч конфет за один бокс. Это немножко дороговато, а, возможно, даже будет стоить немножко подешевле. Но не знаю, ребят, посмотрим. Сейчас я вам еще хочу показать, где находятся тыквы на, получается, вроде как 11 день нашего обновления. Смотрите, первая вот тут вот находится, я уже собрала, тут собирается. Следующие тыквы нам 3 штуки можно собрать в замке. Давайте мы полетим в замок, берете любой летающий аппарат, если у вас нет райд питомца, райд флай питомца. Летим вон туда, и там можно, получается, собрать наши тыковки. Там вроде 4 или 3 штуки. Все, сюда долетаете, заходите, и тут вроде как всегда много тыковок, но, насколько я знаю, тут 4 либо 3. Обычно они находятся вот где-то вот тут вот на окнах, но пока что я их не вижу, но давайте все внимательно просмотрим. Так, ребят, я вижу уже
первую тыкву, она находится вот тут. Вот мы ее сейчас с вами соберем. И, скорее всего, тоже есть сзади. Да, тут тоже есть, как обычно. Тут, кстати, их очень часто можно получить. Так, проверим тыквы на окнах. Вроде как на окнах тоже должна быть. Так, ребят, да, вон я вижу там тыковку. Давайте берем любой гарпунчик. Если у вас нет, как я и сказала, райта либо флай питомца, все вот так быстренько делается. Собираем, все, мы это все собрали. Так, внутри тыквы мы тут с вами собрали. Давайте теперь мы с вами выходим. Тут тыковок больше нету. И нам нужно искать все на локации Adopt Me. А, следующая тыква у нас находится сразу рядом. Смотрите, вот видите точечку вот такую. Мы с вами вот так летим напротив нее. И, возможно, получится ее взять. Нет, не получилось. Сейчас берем летающий аппарат. Взлетаем. И там мы должны собрать с вами тыкву. Быстренько-быстренько летим. Жалко, нельзя его ускорить. Так что... Так, вот, ребят, видите, мы сразу видим вот тут вот тыковку такую. Фиолетовенькую точечку. И сейчас мы ее с вами соберем. Давай, побыстрее. Все, ребят, мы с вами собрали еще одну тыкву. Также тыква где-то рядом тут еще находится. Это где-то вот тут вот. Пока что ее не видно. Давайте вот туда вот на кладбище нам надо. Открыто, кстати. Вот у нас еще одна тыковка. Давайте попробуем открыть одну гробницу. Вот эту давайте, к примеру. И что мне там выпадет? Выпало 5000 конфет, но... А, это бесплатная была. Давайте, у нас есть еще баксы на одну. Давайте вот эту. Открываем, и давайте мне попугая. Нет, 5000 я нашла. Окей, ладно. Летающий аппарат наш, и взлетаем куда-то вон туда, ребят. Вот тут у нас находится тыковка, и мы с вами уже собрали 6 штучек. Все, ребят, мы собрали еще одну тыковку, и следующая тыква у нас тоже находится не так сильно далеко, но много тыковок у нас в нашем городе, где находятся дома. Мы с вами снова вот такой вот гарпунчик, и летим, получается, на... А, вот, ребят, еще одна тыковка. Взлетаем сюда. Дали тут тыковку и летим вон туда. Там вроде как тоже эти тыквы есть. Так, тут пролетаем, ничего не видим. Вроде как в городе тыков больше нет, насколько я помню. Вроде как нет. Там много это у нас получается на локации, где дома, как я уже сказала. Давайте быстренько пойдем туда и там тоже соберем наши тыковки. Давайте залетаем быстренько сюда. Так, ребят, вот тут вот, где у нас находятся машины, мы собираем еще одну тыковку. И тут вообще, ага, вот. Вот у нас сразу нет. Так, еще одну собрали. Это у нас получается сколько? Уже 10 штучек, ребят, представляете, как все мы быстро с вами делаем. Также тут сразу видно, вот еще сразу тыковка, вот, смотрите, сколько тут много штучек. Давайте быстренько все это соберем. Летимся, так скажем, по нашей локации, видите, как они рядом находятся. Вот так быстренько все, как в прошлый раз, мы с вами быстро все пролетели. Все собрали и быстренько получили все эти тыковки. Но вроде как тут на полу больше, а нет, есть, ребят. Вот собираем еще одну и также пролетаем все-таки всю локацию, потому что, возможно, мы с вами что-то упустим. Пустим. Так, пока что тут нету ничего. Они, кстати, на деревьях обычно еще есть. Так, давайте посмотрим сразу. Берем аппарат летающий и взлетаем. А, вот. Вот еще одна тыква на лавочке тут была. И снова, ребят, летим вот сюда. А, вот, смотрите, сколько кучи их тут штучек. Так, давайте быстренько. Нет. А, все, собрали. И вот, смотрите. А, тут еще вот. Офигеть, сколько их тут много. Так, берем опять аппарат и взлетаем вот сюда сначала. Собрали. И также вот тут сразу сверху мы тоже собираем. И вот сюда. Это вроде как последний тыква на этой локации. Так, взлетаем. Вот это, скорее всего, тут последняя тыковка. И летим. Игра начинается. И, кстати, еще в игре нужно получить где-то штук 6 тыковок. Это у нас получается сколько уже? У нас 19 из 30. Но на этой локации вроде больше нету, насколько я знаю. И остальные нужно получать в мини-играх, получается. У нас 2 мини-игры. В каждой из них можно получить по 3-4 штуки. А может даже по 5 в этот раз. Потому что раньше мы собирали по 25 тыковок, а теперь по 30. Поэтому, ребят, давайте все это делайте. Все собираете и в игре все соберете. Также, если вы в начале этого видео не участвуете в конкурсе на черепаху, обязательно участвуйте. И если вы не смотрели вот эти интересные видео, то обязательно посмотрите.